Впервые в Дагестане для депутатов провели образовательный модуль. В нем приняли участие более 80 человек. В качестве экспертов выступали специалисты из Москвы. Главная цель мероприятия – повысить уровень грамотности местных депутатов для качественного взаимодействия с населением и улучшения жизни людей. Подробности расскажет Хамза Нурмагомедов. Идея создать образовательную площадку для депутатов у руководства «Аспатриоты» возникла после того, как из состава актива организации депутатами разных представительных органов по всей республике стали более 300 человек. Однако участвовать в образовательных семинарах захотели другие представители органов власти. Для решения проблемы людей человек должен быть компетентным и грамотным. Но выявили потребность, оказалось, что эта тема интересна всем. И сегодня у нас здесь принимают, в данном образовательном модуле, принимают участие депутаты разного уровня, городских, сельских, районных. Мы надеемся, что подобные образовательные модули, они поспособствуют развитию парламентаризма в Дагестане. Участники модуля рассмотрели три основные темы – правотворческая инициатива депутата, новые политические технологии в работе депутата и работа с обращениями граждан. В качестве экспертов выступили специалисты из Москвы. Каким образом сегодня можно делать жизнь своих муниципалитетов лучше, вкладывать в развитие, вкладывать в благополучие граждан. Мы привезли с собой реальные кейсы, расскажем об этом нашим коллегам. Очень надеемся, что наше сегодняшнее здесь присутствие будет для ребят полезным, и мы сможем, может быть, даже в последующем выстроить какие-то общие проекты. Основная аудитория в зале – это молодые люди, впервые вступившие на политический путь. Они приехали из разных муниципалитетов республики с надеждой улучшить качество своей работы. Для нового депутата, для молодого человека, который верит в будущую политику и республики, и страны, это большой толчок не только для карьерного роста, но и, опять-таки, как я говорил, для понимания проблемы на местах, например, я с Табасаранского района, селения Тотель, и решить эти проблемы совместно с населением. Организаторы мероприятия уверены, что подобные образовательные модули, а также созданное ими сообщество «Депутат в политике» станут эффективными площадками для раскрытия потенциала депутатов в Дагестане. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Даут Гасанов, телеканал ННТ, поселок Тюбе,